Советского информбюро. 1 мая 1945 года советские войска штурмом заняли ряд немецких городов и населенных пунктов. В их числе Бранденбург, мощный опорный пункт обороны немцев в Центральной Германии. В ходе боев южнее Берлина наши войска расчленили противника на две изолированные друг от друга части и вели успешные бои по их уничтожению. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели важными узлами дорог и сильными пунктами обороны немцев в полосе Западных Карпат. Восточнее города Брно войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город Вышков и несколько крупных населенных пунктов. За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 самолетов противника. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый дальний поход. А волны их тонут и плачут, и плещут о борт корабля. Простояла в далеком тумане рыбачи, родимая наша земля. Корабль мой прямо качает крутая морская волна, поднимет и снова бросает кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Легкой погодкой матроской иду я навстречу врагам, а после с победой геройской скалистым вернусь берегам. Хоть волны их тонут и плачут, и плещут о борт корабля, но радостно встретит героев рыбачи родимая наша земля. Но радостно встретит героев рыбачи родимая наша земля.